Вот он, владелец Красногорска идет. Можно капюшон? Сними капюшон. Посмотрите, знаете, в лицо. Губернатор Красногорска. Иди. Наша стройка проходит. Пришла проконтролировать стройку на районе. Последний остался. Ты что-нибудь подержала, это получается меньше часа. И прям приятно. А дай-ка я покажу девчонкам своим. В общем, если у вас вечно сухие губы, как у меня, и трескаются, то вот это скрабс, да, как она еще, увлажняющая маска, бальзам, короче, вот, прям рекомендую, реально, прям приятно. Класс. Вкусно? Тебя задобрили мимишкой? Да, она такая. Выспался? Не. О, настроение не упало. Спинечка большая, спинечка маленькая. Котика, чай будешь? Все, сейчас я переодеваюсь и начинается фотосессия. Тут Вика, как всегда, нам подготовила. Посмотрите, какие потрясающие наряды. Все такое нежное, в бежевых оттенках, джинсики. И такая у нас фотостудия красивая. Очень, очень просто красиво. Такие, в общем, у нас будут снимочки, знаете, домашние. Смотри. Огонь. Клубничку будешь? Да. Давай. А теперь мама покажи, как кусает. Сейчас я хочу внутри посмотреть, что там. Давай разрежем. Да. Посмотрим. Да. Ой, какой воздушный. Посмотри. Еще дать клубничку? Или вот, смотри, какая-то другая. Ягодка или что это такое? Ягодка. Давай сама. К вашему вниманию новая модель детского костюма. Тут немножко нужно брючки доработать, сделать их пошире и не такими тугими. В целом смотрится очень стильно, прям круто. И второй костюмчик, это велюровый, нужно поуже сделать брючки и воротник немножко другой. Вот. Все до сих пор разрабатывается, дорабатывается, это все долго. Модели это я еще не подтвердила. Впервые вижу, будем выбирать другие цвета, что-то менять, дополнять. Но хочу вам показать. В общем, это вот такие вот курточки. Они будут идти под костюмчики. Скорее всего, они будут серыми. И вот здесь вот будет принт из такого же материала, чтобы вместе это все сочеталось. Потом стеганые куртки будут. Вот этот цвет мне не нравится, мне кажется, он неудачный. Нужно примерить, как вообще эта куртка сидит. Вот такие вот рубашки свободные будут. И еще вот такие вот куртки в клеточку. Тепленькие прям. Все, осталось примерить это все на Давиде.